Уважаемые друзья рыболовы, всем доброго времени суток. Всем привет. Мы сегодня с моей любимой супругой решили выбраться за пределы цивилизации, чтобы немного покидать спиннинг. Ну и вас приглашаем вместе с нами. Поехали. Ну вот, мы уже прибыли на место. Пока мне все очень нравится. Ну что, дорогие друзья, мы приехали на очень красивую реку вместе с моей любимой супругой. Сегодня будем ловить на спиннинг, точнее пробовать ловить на спиннинг. Мы посмотрим, что у нас из этого всего получится. Ну и вас вместе с собой приглашаем. Сейчас будем идти вниз по реке, спускаться. Тут перекаты, кое-какие пороги. Будем искать места, стоянки окуня, может быть щуки. Ну, в общем, будем ловить по обстоятельствам. Речка сильно обмелела, поэтому, чтобы сейчас найти рыбу, придется еще потрудиться. Непонятно. Вода вроде как бы теплая, поэтому возможно, что рыба будет стоять после перекатов сразу же. А может быть, она будет стоять и на глубине. Поэтому практика, как говорится, покажет. А сейчас пока продвигаемся тут. Подходим к первому участку, на котором будем пробовать рыбачить. Тут струйка отбивает. И там вот вроде как ямка была раньше. Поэтому будем тут сейчас прокидывать немножко. Смотрим, может окунишка откликнется. В первом местечке пока что рыбка не откликнулась совсем. Поэтому мы сейчас переходим реку вброд и пойдем по острову, вот потому искать рыбку. Я пошутил. Хорошо тебе? Вообще отлично. Прям шикарно. Давай попробуем еще вот здесь вот покидать сливы. Тут как бы вот струйка идет в той стороне. И вроде как бы тут закуток такой небольшой. Тут по идее должен быть окунь. Давай попробуем половить. Давай. Держи. Опа! Попалась, ребят, первая. Красоточка. Так, аккуратно. Сейчас мы тебя отпустим, родная. Опа. Давай. Оп.
проходим тут через разные перекаты соленые, через кусты пролазим, ищем какие-то закутки, затишки, да? Да. Чтобы нам еще кого-нибудь поймать. Решили мы немножко поесть. Взял я сегодня с собой такую штуку интересную. Так, тут у нас куртки непромокаемые лежат. И взял я сегодня с собой вот такой вот, ребята, термос. Так. Вот такой вот бочоночек. Его открываешь, и там, пожалуйста, горячее все. Алена, пойдем покушаем. Так, Алена уже пришла. Так, что у нас тут? О, они горяченькие, сосисочки. Кайф. Так. Тут у нас горячущая картошечка. Тоже кайф. А тут у нас яички вареные. Сейчас как налопаемся, и будет у нас все хорошо. Да? Да. Держи кружечку. Бери сосисочку, пока не остыла. Да, яичко съешь. Яичко съешь? Чистить. Да? Да. Давай. Вот такой вот у нас теплый ужин. Огурчики, картошечка теплая, сосисочки теплые, яички горячие, да? Горячие яички? Теплые. Теплые? Чаек. И вот такая вот природа. Кайф. В общем, рыба сегодня нам объявила бойкот, но сдаваться мы пока что не будем. Пойдем вниз. Сколько сможем пройти здесь по кустам. Будем пробовать ловить. Но парочку-то точно надо вытащить сегодня, да? Надо. Будем стараться. Идем тут через лес. Через остров, точнее. Через крапиву. Я тут. Так, Алена здесь. Все нормально. Где? У нас сейчас дуплет Алены Владимировны. Окунёк. И у меня маленький шнурок. Вот такой. Давай отпускать быстрее. Так. Беги. Хопа. Хопа. Мы решили еще немножко прогуляться. Да? Да. Да. Там приметили местечко одно, где в воду повалены несколько деревьев. Сейчас попробуем до него пройти, если получится, конечно. И там прокидать. О, ребят, смотрите, какой клюнул. Хороший. Окунёчек засосал, как
виброхвостик с середины. Ай, мошка в глаз. Или мокрец, комары. Во, красавчик. Опа. Ничего, вытаскивай аккуратно. Щука. Щука? Давай, давай потихонечку. Окунь, хороший окунь. Все, ближе не подматывай. Все, к себе его, к себе. Бери, бери. Прижимай, прижимай, не бойся. Вот так, все. Молодец. Хорошенький. Очень хороший. Красивый. Ура. Тихо. Есть? Тащи, тащи, есть, конечно. Ребят, в общем, стало совсем темно. Нас загрызли комары, потому что мы забыли с собой репеллент. По-быстренькому смотались и приближали к машине. Спасибо вам за то, что смотрели это видео. Подписывайтесь на канал. Это обязательное условие. Да? Закусали, да? Да. Ну, в общем говоря, увидимся мы с вами в следующих видео. Всем пока.